Одинцовской областной больнице завершается процесс переоборудования хирургического комплекса в инфекционное отделение для приема больных с коронавирусом. Отделение рассчитано на 300 коек, все они подключены к кислороду. Есть 18 аппаратов ИВЛ, и это количество планируется увеличить в 2,5 раза. Работы должны завершиться в ближайшее время. Контроль за их ходом осуществляет местное отделение «Единой России» в рамках проекта «Здоровое будущее».